Бля, ребят, пока фею дают, я буду на ней ебашить. Ну, типа, я хочу научиться. Сори, конечно, за вот эту вот постоянную, типа, фейку, но... Мне кажется, в следующей игре уже будет что-то другое, так что потерпите еще одну катку. Так, все, я тут. Мне опять решили фею дать. Это хорошая новость. Ешь на командиру? Андрей инвокер? Да, мне кажется, можно даже героев не пикать. Блин, я да. думаю, трента взять. Альберт. Угу. Наоборот. Чего? Альберт, ты сказал Андрей инвокер. Наоборот, Альберт. Сори. Инвокер Андрей. Инвокер Андрей, я прошу прощения. Прошу Был прощения. Со мной, феечка? Спасибо, спасибо. Так, феечка, опять эти... ко мне. Не знаю, получилось, не получилось пофиксить. А, пойдем, ты на боте? Я думал, что у нас есть линия. А может выгоним нахуй этого типа стопа? Да не, можно снизу подушить, в принципе, без разницы. Там довольно-таки слабо. Там, походу, вообще лесной кто-то будет. Или две четверки, это Мирана плюс Тартар. Тюри-тюри-тюри-тю, против темпл ларочки постою. 6200, за дрот, что ли? А, на секундочку, у меня-то 6400 стоит. Бля, Андрюх, ну, ты что, слабый, что ли? Сюда на Валера, на огромные яйца, у него голос низкий, непонятно, что говорю, блядь, что Так, Андрей, смотри, у тебя будет очень много внимания в миде. Да, да, да. От Слардара, походу, и этого. И от ГБ на клапан. Ну да, 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 да. Да. А ты поможешь мне, Альберт? Но только знаешь как? Знаешь как? Знаешь, Альберт, как? Как? Вот так, чтобы у меня прям вся экспа моя была, да? Я не смогу так непринужденно, Андрюх, я завишу очень Хорошо, сильно от скилла. Хорошо, я тебя буду сумонить иногда, ладно? Ну, я постараюсь. Не обязательно ставить 24 на 7 здесь? Ну, не знаю, не знаю. Мне ж как-то сикера еще я, надо я, обернуть. Я бы не отпускал свою фею с линии. А то там вот эта стан слева, шикучий справа. Шикучий по центру, блядь, ромашкой справа, нахуй. Видали? А что, мне все покупать? Чё по стрику, Андрюх? Андрюх, чё по стрику? Ставлю на кон, все. Бля, я тоже ставлю тогда. Когда я ставлю, мы въебываем. Наверное, зря это сделал. Так, Андрей, не, я у меня тебя... там нормально. Обделил? Или не обделил тебя внимание? Альберт, а вот это был, это самое, скажем так, уместный мат сейчас или нет? Конечно. Все, понял. Я просто тоже пытаюсь понять грань вот эту вот. Она тонкая, Андрюх. Ее практически не видно. Ну да, такая тоненькая, тоненькая, тоненькая. Опять губа выезжает вперед. Ну да, у Андрюхи это ж любимая тема. Губы выкидывать вперед. Так, блин, я успею вообще перебежать сюда. Так, Андрополис, тебе куда поставить вард? Мне кажется, что отсюда угрозы будут идти. Андрей. Там совсюду попадают будут. Тут типа стрела вот так, стандарт вот так. Я поставил тебе, чтобы угрозу было видно отсюда. Спасибо, я вот думаю, да, угроза может оттуда выплывать. Ну, уже все, не отменить. Ну, посмотрим, ничего страшного. Все равно я очень сильно благодарен, в любом случае. Пизда, сарай, привет. 9 танго. Так а что, мы и там еще руну, по-моему, танго. Забираем. Там будет щип, лол? Я практически успел это сделать. Потому что они все на топе были.
нас тут, походу, соло, да? Так, а да. Мне кажется, самое время поудобнее сесть немного, ребят. Поудобнее. Угу, все, все, поудобнее, хорошо. Хорошо, начинаем играть, начинаем игру. Так, я могу, в принципе, второй спальчик взять и вивера заебать, хотя он доджить будет чекучами. А он доджится чекучами? Ну, по-моему, да, он как тычка идет. Он даже мессануть может. Я буду пробовать. Как-то с краю работать. Все. Ой, ж задрот, а? Ой, ж задрот. Каждые 18 секунд я буду делать грязно. Делать бяк. Угу. Я даже планирую, наверное, заматить этот спел. Давай, давай, Верок, давай. Так-то я сейчас второй апну. Придется разбежаться. Он сейчас вылезет как раз. Он бешакочек, смотри, можно убить. А где он? Я не успел дать тычку. Он, походу, меня видел. Бля, если у тебя будет сайленс, мы как-то сможем закомбинить с кустом. Я видел эту хуйню. Топорики все перекладываю. Андрей, ты в порядке там? Да, нормально. Не. Ляп. Не. Я пошел до баунти заберу. И, возможно, даже какой-то руной обзаведусь, если оно будет. Нет, руна на топе, Андрей, если что. Окей. Okay. Окей. Okay. Я без санстрайка, кстати, если что. Все хорошо. Моё! Моё! Так, надо третий, я посильнее плюшку возьму. Понял, дэмэдж будет? Намного больше. Там душат, на центральной. Там Андрюху душат. Блять, ну Андрей, инвокер Андрей. Эндрю. Инвокер Андрей, ребят, тут как бы ничего не сказал. Это он, ребят. Помните насчет того челика, который будет вот выплывать, блять, сверху уже, сука, над второй... Почему вивер ко мне обращается? Ему не нравится, что я стою АФК слева или что? Мне все нравится. Кудесу тоже, по-моему, все нравится. Я вообще в комфорте. Ловлю пок-чампы. Сейчас вот этот крип, и я как бы его буду проветривать еще сильнее. Так, все, поехали наколдовывать. Лови. Бег. Как бы мы его нахорашиваем, у тебя дэмэдж растет, все нормально. Виагучий, ёбан народ. Gucci gang, Gucci squad. Так, 4 секунды между. У нас там это виза карта слегка это. Ух ты, ёб твою мать, что это было сейчас, простите? Интересно, задоджил или нет? Сейчас вылежит, я еще. Посмотрю на его состояние. Где он? Да, он задоджил, кстати, эту тему. Да. Он сейчас будет прочуханный, может, так что уже не юзать её, наверное. Не, он если когда меня не видит, все нормально, он меня увидел тогда. Блять, тут нету этих такой юзас магазин сделали. Тут вообще нихуя нету, братан. Как у латыша, хуй душа, нихуя больше нет. Короче, ладно, я понял, ты какой-то просто мастер темпларки, лучший игрок в мире и так далее и тому подобное. Но он чуть не сдох, кстати, из-за того, что происходило. Так, а сколько у него там регенов осталось? Вот он, блять, пьет и пьет постоянно. Я, кстати, под это, под волшебством. Да, у меня, кстати, пока что, естественно, все в дерьме. Мне бы не помешала бы какая-то помощь, потому что убить сейчас мы ее можем просто, но если она разгонится... А, нет, показалось, ребят, там уже 6-й левел, все, мне пизда полная. Ну, я готов ливать, короче, как обычно, все. Приходит один, значит, челик мне подруинит, что-то еще потом я сам себе начинаю подруинивать. Сейчас вылезет, обычная я ситуация, пустый ставлю. Игра. Где он? Он, походу, попал под что-то или нет? Пока под волшебством максимум грязи делаю. Помоги мне делать, лучше, наверное. Сейчас пойду. Блять, не успел. Просто у меня такой сейчас этот скилл-билд плохой, что я хуй знаю, что мы там будем делать с Андре. Ну ладно, пойду попробуем. У меня есть магии парочку. Да у меня хуйня, братан, у меня второй скилл. Это такое, для Хараса чисто. Там эйра улетит.
А я прям телепорт делаю, брат. Можно ебать. Бля, жаль, вижен не дается. От того, кого я зарутал. Ладно, я башек возьму. Опа. Котейка снизу. Чем он тебе позволяет, я не пойму. Да, непонятно. Опс. Так, надо вижен. Андрей, сейчас поставлю тебе бард и поставлю в центре, как долетит курица. Не надо. Сейчас. Да. Андрей, есть инстрайк? Есть. Ну, смотри. Прямо уходит. Андрей. Ой, это то, что было нужно, парня. Так, Андрюх, рьюзни. Рьюзнул. Флордар чисто в инвизе стоит. Так, ну ты забери эту штуку тогда, я потом тебе вижен поставлю. Если бы курица была не занята, я бы тебя оградил бы, скорее всего, от этой всей хуйни. Поздновато, Венга. Я, кстати, мисс все. Пойду на топе вард еще поставлю. Аре. Если мне тут пизды еще не дадут. На топе. Конфликт опять. Если тебе помощь нужна там или нет? Не-не, я в комфорте. Тогда я подзаработаю немного. Бля, курьер постоянно в заботе у нас в работе. Так, Андрей, ну что, похуярим ее? Ну, блять, удачи, мне 5-й левел. О, ебать, я тоже. Хорошо, у тебя так плохо все. Так я тебе говорю, что изначально я стою против темпларки, против с которой еще помогают, блять. Я не знаю, что сделать в такой ситуации, просто не знаю. Я лично на центральный гол. Да, не успела поймать. Это было хорошо. Я там. Хорошо. Я сейчас ПТ-шечку себе возьму, наверное, пойду просто в лес дрочить, не знаю, что делать. А медасик, кстати, не хочешь? Дизи, пойдем, я поставлю центрик. Будем ебать его. Вот эту медасик, хуйню да? Медасик тоже неплохо. Короче, перчатку возьму там по ситуации, посмотрим. Это что тут, блядь, за чепуха ебаная стоит? Это иллюзия, понял? Так-то, в принципе... Чё, ульту можно подождать? Ну, вообще, да. Я сентрик под ноги поставлю ему. А ты дашь ему стан прямо сейчас? Нажал. А, он, а он снимает? Он снимает этот эффект себе, я понял. Темпларка мид душит. Понятно. И тут еще одна подруга. Короче, мид отдаю. Я могу сделать ТП, братан? Нет, в смысле отдаю, я не отдаю.
Надо, я пошел качаться, мне это все не очень интересно. Здесь секундочку, знаешь, что мне интересно? Мне интересно вот так вот сделать. Стан? Bottom lane пал. Бля, маны нету. К сожалению. Я отпушу этих крипов. Или нет? Я отпушил сам себе ебало, я понял. Кутемпер, привет, потихонечку. Все хорошо. Меня душат снизу. Показалось. Блять, а книжку вы скупили или кто? Я не покупал. Нет, нет. Без книжки остался. Друзья, или что, мы можем, кстати, без твоих, без ничего, попробовать ебнуть его? Сейчас, секунду. Попробую поймать. Не, ну если ты поймаешь, там я накручу как бы его. Санстрайк есть, если что. Он нас видит. Пока да, вот как? Он нас чувствует. Это не серьезный контент какой-то. Так, ну, в принципе, могу выйти на центральную. Можем подушить. Я тоже туда пойду сейчас. Баунти заберу и пойду. Я бы забрал баунти. Окей. Алик, можешь купить как-нибудь, ну, позже, но, короче, купить баклер в этой игре? Баклер? Да. Нам баклер нужен? Нам мужчина нужен. Или нам мека нужна? Ну, просто баклер было бы достаточно. Да я не хочу просто баклер покупать. Скажи, зачем? Ну, он армор дает. Ну, а там будет столько этого. Я выхожу на мид. Андрюх, подойдешь? Да, иду. Смотри, Кудизи. Бля, почему она не убегает? Почему она не убегает? А чё? Она типа должна убегать, она не убегает. Ой-ой-ой. А что это было? Почему она Фири не убежит? Типа мы должны были комбу делать, а она не убегает. Что это за хуйня? Или она в стане была? Хотя в каком? Не, она не была в стане. Господи. Я тоже ничего не понял. Типа это ж нормальная комбо-бомба. Я вроде кого-то там что-то заработал. Мида скупил все себе. Да, минус Слардар получился. Ладно, забавно. Вивер откатывает таймлапсом скиллы. Подруга Фири не убегает почему-то. То есть надо будет накастовать в него. А хотя, блять, он же... Он скидывает, да. Но хотя он может на меня одну не будет скидывать, типа, эту тему. На сентричка, к сожалению, нету. Ладно, давай я сделаю грейвсы. На феи. Это слишком это будет дорого для тебя. Да похуй. Так, вот это вот интересный молодой человек здесь. А телепорт возьму, но у меня тоже когда. Кудиси, пойдем тавер толкнем. Тут походу никого. А, давай. Вот Вивер сейчас вылезет на меня. Попробуй типа ему ульдать эфир ебану. Права. Не знаю, правда, как это сработает. Он подо мной. Он не убегает или убегает? Ну вот вроде побежал. Бля, почему так много людей тут? Блядь, надо продавать всю эту хуйню, мне надо аркану срочно. Пизда мне.
Я душа. Ладно. Задержался с этими арканами ебучими, блять. Все попродавал. А, бля, ну это на третьем левеле эфира. Типа, я не знаю. Кудиси, ты агоним не будешь покупать тут? Да, ну можно. Если у нас что-то будет очень крутое. Ну типа, если два типа рядом будут, по которым эфир можно дать, они очень долго эфире будут бежать. Это лютая хуйня, если ты еще рапчурку за это забафаешь талантами. Понятно. Так, у меня пока нету. Телепорта нету. Эндрю. Ну, сори, ну так надо. Я же совсем обтекаю прям. Ну, тут молодой человек бежит. Что страшно? Нельзя, я зацеплю ее, походу. Я какие-то суперсильные, блядь, заебали. А вот тут сидит где-то. Кажется, она готовится прыгнуть. Да. Да там еще сзади ЛЦ стоит. А, окей. Вот он идет. Дал ему. Но они в инвизе под мы. А есть посланчики какие-то? Опять. Аккуратнее, они все еще в инвизе. Я погиб, конечно. Это потные пидорасы. Я прокаст не дал свой, если что. Я могу дать ей ульт, ты дашь прокаст. Скорее ЛЦ на нами прыгнет и задуэлит. Не, я только в ЛЦ, если давать. На самокак и батлфури, что это за моды пикнуть, блядь, макак? Давай внизу попробуем. У тебя есть руптура или что-нибудь такое? У меня есть только сайленс. Да, за Юлию, за Юль. Я лечу ТП. Блять, да она попадет в один туз хотя бы. Пошла жара. Ой-ой-ой. Я раптор ща будет. Бежим. Вон она. Видно. О, господи. Так-то мы ее можем, да, она, ну, типа, она тут. Андрюх, есть солнце? Ага. Нет пока. Бля, ты ее нашел, что ли? Не будет не скоро. А, она липе туда запрыгнула, что ли? Нет, у нее последняя была, она кого-то отсюда уходила. Страничку возьму. Так, я, наверное, манту тут сделаю. Молодой человек на ЛЦ бежит. Ебать, его будем? Да. Там, тут еще кто-то снизу. Хотя он с себя эту хуйню, по-моему, снимает. Я не знаю, она является дебафом сразу или нет. Дальше скоро секунду. Что у тебя, Андрюха? Нормально? Ну, уже получше стало. Риус. Вот так вот осталось. Чё, мы мид давить будем? Ну, я ещё манту сделал, мне вот так осталось. То можно. Хотя там ещё Андрюх чуть-чуть. Да, короче, я половал свою сильно. Нужен второй ультимейт уже, срочно. На топе душат. Там, к сожалению, ничем не могу помочь.
Рошан, чекнешь, Андрю? Угу. Нимфариус, ну, насчет стримов, если ты думаешь, но это не самый топовый охуенный компьютер, я бы так сказал. Ну, слишком хуёвый, по-моему. Хорошо очень. Челик не умеет свапать. Типа тут 4 ядра всего лишь, это не так сильно для стримов. Если ты думаешь, что там супер игры, с него можно стримить. Играть-то можно, а вот стримить это уже сложнее вопрос. Не рассчитывать на эту виза, виза дота. А, ясно. Ясненько. Мало. ЛЦ снимает башка. Я появляюсь, в принципе. Так, сейчас надо отъехать. Как-то можно давить, там, ну, Мирана ушла, и этот улетел. Они все, по-моему, поуходили отсюда. Я порофлил с Мираной немного. Так, еду к Удизе. Блин, 3 секунды. Отца надо. Не. Что-то все грустно. Алло. Тычку, тычку, тычку же! Лол! Ох, слава богу, хоть он сдох. И у нас, сука, Челик Слав сидит! Я что-то в прошлый раз вроде драчка какая-то была, типа, так далее и тому подобное. Я не знаю, а что он делает-то вообще? Это обсервер, ёбаный. Он просто на дереве, сука, сидит, в Battle Fury смотрит. Виртухай, ёбаный, Алена, бля! Я наточил топор. И сидит, хофлит. На дереве. Отвечаю, это челик после смены, он, блядь, тюрьму просто охраняет, нахуй, на вышке, блядь, вертуха ебаный, блядь. Он не может отойти с рабочего состояния еще, блядь. Да. Там было. Баклер тем временем почти. Ай, блядь, пизду, я не все. Андрюх, помоги сделать пару киллов. Ча, я готов помогать, надо только где-то что-то это найти. Бля, еще одна смерть, и я паун свой клочек. Можно будет ливать? Не, говорит, не надо это. Так, я взял форжи на 15 cold snap duration. Engifu, if possible, buy wards, please. I need mech. For pretty fights. О, братишка. Не, реально надзиратель с палкой просто ходит, что-то пытается, всех пиздит. Не, Андрюх, надзиратель это не то, это вертуха, я отвечаю. Я понял. Так, нам варды еще не помешают, кстати, очень сильно. Угу. Прекрасно. Да, иллюзия. У нас, кстати, да. Вертухая подстрелили. Блять, это обезьяна в натуре обезьяна, блядь. Примат у монитора. Натуральная? А свапать. Брат, ну ты видел, да, эту хуйню? Жестко, жестко, Альберт. О, так там Шишер вернулся. Иди-ка сюда. Ой, я не успел ничего. 4 секунды. Тут о, это надо. Бам. А ей что-то будет? Ну как? Кто тут душит? Так это ошибка. Блин, была. Что у меня осталось-то? Андрюх, ластового, пожалуйста, Андрюха!
Мое! Забирай, давай, кудите! Ебой! Кудьмяу! Блять, а все именно симфония скиллов. На самом деле. Мы вообще охуенно файт от. Не, на самом деле, Альберт, там жестко было. Мне, честно говоря, привстало немного. Блять, еще дым просто. Я не поверил, что там. Тут когда была? Я типа спас его сильно. Там лосхит остался, да. Блядь, в дуэль, я даю эфир, ЛЦ стоит, смотрит, ничего сделать не может. Я на самом деле не поверил, что ты выживешь из-за того, что я думал, что будут помощники по дуэли. Я тоже не верил, Альберт. Я не верил. Я думал, что это сработает, нет, но вроде как дуэль типа не должно, хз. На самом деле дизейблы же работают, так что все в порядке. У копы, кстати, этот же скрим тоже добавили. Не скрим, а в этот. Да, Scream of Pain, все правильно. Спасибо, блять. Парни, ну у меня уже даже левел появился, скиллы какие-то есть, я могу прокасты свои фантастические давать. Брок Тейм, привет. Привет. Блять, я забыл, какой артефакт. Это Радиан, сука. Они в инвизе киски. Дай бог здоровья. Так, это вот оставляем, да? Кого там ебут? Да, ну, двух друзей уебало, чисто. Она с ДД. Да, я вижу. Надо сплитить. Она вас видит, походу, судя по всему. Бля, корочку украли. Блин, нам тяжело будет очень... Короче, я вниз пошел, наверное, до конца. Хотя нам мид могут быстро сломать очень. У меня ТП есть, если что, Кудизи. У тебя нету. Я побегу сейчас. Идет киса сюда. Ну, я так-то кису потрогаю. Давай. Опа. Они очень быстро разносят, гайс. Надо будет цеплять их потом. Андрюх, ты будешь там это? У вас UX, экзор. Я тут с тавером работаю пока. Ладно, пробуйте. А. Цель, цель, отец. Там ланайка. Ну просто забашился. Короче, лишнее было. Могли бы убить, наверное, просто их базу попробовать подефать. Хотя ладно, нормально, ничего такого. Мека есть. Как думаете, Радианс уже поздно? Радианс? Кенни Рипер, нормально все. Я думаю, что да. Плюс-минус, как-то это так выглядит. Радик норм тема? Это... Не, он норм, просто я забыл про него. Там сейчас стоит грифы еще, кстати, ебашить или нет? Или не апать? Огромный чел. Хотя нет, стоит всегда апать. Там же КД меньше. Не знаю, я настолько андерфармленный, что просто жесть. Да, бабочка уже сделана. Башня. Я не знаю, мне не охота ударить просто вот этому дауну на горе. Он просто сидит и фоткается, ему похуй, всю игру. Кудес, пойдем там, все заберем. Хорошо. Ах ты, блядь. Я понял. Ебать, там под мы неплохо уже подэпса все. Потма, кстати, без. Да. Без липа, по-моему. Нет, еще один чардж липа есть. Да какие варды, алло! Связал липс. И у меня инвиз в КД был или что? Я короче, все, собрался. Хватит гореть. Салфачи чисто ебашит. Все будет хорошо. Это я на липе, это я на орешнике, ебаный, это я на тополе, нахуй. Сука, ебаная мразь. Блять, это знакомый, ты откуда? Это про нашего обезьяну, блядь. Нет, это где-то было. Надо хуй знает, это инстаграм, по-моему. Ну так-то я, короче, очень сильным скоро стану. Еще буквально вот. Я тоже очень скоро стал очень сильным. Ждем, ребят, ждем. Очень скоро. Да, серьезнее, ТПшка. Плюс 20 макс урона, скорости. Че взять? Блин, я бы с радостью подрался, пока там БКБ шел. Нету там за. Какой талант, ребят? Вот райт кулдаун. Не знаю, ну. Я думаю, что пассив хорош. Раз ты в руку ебашишь.
Надо вижон как-то расставить. Нас на Рошане... Рошан, кстати, там окуляр надо... интересует. Окуляр интересует. Ой, я не успел. Я не успел арочку! Ой-ой-ой, вот это сейф почти. Да, go на хайграунд просто. Cool snip! Arrowfly. Уйди, уйди, Андрюх. Если ты умрешь, Андрюх, это все. Да похороны, они, они за ним гонятся. Вивер, по крайней мере. Вот, ой. В венге все плохо, по-моему. Я, конечно, предпоша. МК специально мой закуп повторяет или че? Я вообще впервые макаку, блядь, с этим, с мотостайлом вижу, что это за дерьмо. Это лишнее. Так, ну, плюс что, не вбит опять в бульёв, что ли? Бля, ну у него блэкмейл. Пардар тут. Эндре, можем нассать на нее, выбить Аегис. Давай. Меня душат. Меня задушили. Это, я троих на себя стянул, уничтожайте там. Контроль маста. О, нормально, нормально, нормально. Вот это важнее, мне кажется. Это с подветренной, с подветренной. И кустики! И станчик. Красиво, мужики, бля, вообще красиво. Прям приятно, что за, а не против. Так, да. А вот этого мальчика поймаем? Я на базу, братан. Он, дефлевать. Кстати, без ульта. А нет, уже, наверное, появилось. Палка. Бля, сильно. Так, кстати, у меня катаклизм появился, парень, надо чекать. Думаешь, бля, может, я на самом деле, кстати, вы вообще это, захейтил его. Андрюх. Я не знаю, я еще не пробовал. А лакрити лучше. Что? Много, братан. Да раз, в смысле, 90 когда... секунд. 90 секунд, нужно... стресс на страйка. Мне нужно попробовать. Ты знаешь, как он работает или нет? Ну, Alt-D, типа, на себя нажимаешь и... Дабл клип, ну, короче, по-моему. Да, дабл клип, ну, клип, но у меня через... Блять, а! Ты что, ебать, опять включил свою хуйню, блять? Опять работает, слава богу. Короче, проверка пошла. Да, нажимаю. Да, по-моему, сейчас самое время сказать, когда бухлострим будет. Я еще в паблике об этом напишу, ребят. 11 числа будет бухлострим, то есть послезавтра. Получается так. Во сколько по времени, не знаю, ну где-то в 3-4 дня начнем. Привет, Bonfire. На самом деле, талант вообще просто оставлял бы и качал бы кушку дальше. И типа потом, когда у тебя есть, типа, тоже либо рефрешер, либо этот... то его есть смысл докачивать. Тоже правда, да. Так, а с Рошаном что-то было? Ай, уходил, уходил. Он есть, скорее всего. Да дайте R нажать, парни. КД санстрайк, если что, сорян. А чё, будет мне? Там так-то можно душить. Я иду, если что, я иду. У меня сейчас будет. Я на хосте там, дабстепель-то. Андрюх, ага, санстрайк, да? О, так тут сыр. Блять, душат пиздец. Вижу, вижу, вижу. Куди зефира нету. Ой, блять. Ой, блять, наверное. Ой, ой, вообще не нажал кнопки. Где рема кусок из-за этого кулдауна, блять, ебучих кустов, блять. Запутался вообще в кнопках. Так, надо нажать эту штучку, пожалуй. Ты, я понял. Холд снипс. А, там Линкен, ёба народ. Только не трать санстрайк, Андрюк, только не санстрайк. Ну сейчас самое время, вот сюда. Вот сюда. Так у него по всей карте, блять. А. Так там же можно обычно санстрайк кинуть, нет? Нет, я же могу нет. Реально обычно. В смысле нет? Он может. У тебя только катаклизм. В смысле? Да? Нет, он может. Ты дабл кликом только катаклизм. Дабл кликом катаклизм активируешь, да?
Конечно. И у него тогда большое КД, а так обычно Сенстрайк. Вы видели мою игру на инвокере? Я 90 секунд ждал, чтобы Сенстрайк въебать. Лол, я понял. Не, в смысле, он так работает, да. Они просто одинаково выглядят, судя по всему. А я не знаю, катаклизм запускает типа КД на обычном Сенстрайке или нет? Да, запускает. Короче, просто Сенстрайк теперь в двух вариациях юзается, я понял. Так, мне надо еще купить что-то. Бабочку? Наверное, бису. Бабочка есть уже? А, есть бабочка. Но бису, бабочка, да. В Кирасу душат. А может новый артефакт, чтобы спельчики не юзали, ребята? Хотя, там мне нехуй нажимать по артефактам. Там. Так, Рошана не забрали или нет? Это у меня уже... Пойдем посмотрим. Я поделюсь в пространстве и времени. Так, что? Да, Рошана пойдем нет драться, еще. Драться. На голову центральную? На центре сейчас конфликт будет. Можно конфликтовать. Только нам надо очень много центра, а то я там типа инвиз раз, инвиз два. Блять, у меня до грейвсов очень мало осталось. Давайте кто-то гем просто возьмет. Допустим, Андрюха. За место базы. Пойдем, гайз. Андрюх, тебе как-то это, сзади встать. Где с линкой? Я не знаю, если бы пинга бы просто свапала, я бы мог стоять спереди, но учитывая, что у нас пинга там кукушка. Дело такое. Они по топу идут. Я им, кстати, могу ТП-шки полететь позбивать. Я полетел, позбиваю ТП-шки. Я мид уже забрал им. Блять, ну только не в лицо. Там эта подружка сейчас захочет что-то сделать. А, улетает. А. Она улетела, да? Она здесь уже, да? Нет, он... Я, а, вот он ТП тут делает! Я понял. Там Кудеса еще кинули, да? А. Мы все улетели. Я говорю, один пойду, что-то почки. А, это, пойдем драться сейчас здесь? Я иду. Но у меня у меня без фира, братан. Без фира выбежим. Там линка, тут линка. Андрей, осторожней. Понял. Я уже рядом с кустиками со всех у нее. Вот, нашел врага. Байбека у меня еще нету. Пошла жара нахуй. Тут еще тело убегает. Там ТАшка, слышишь, ползет к вам. Я Сентрик проебал. Не, катаклизм, как видели, здесь вроде неплохо зашел. А, там Нехус на Некс просится. Продано, берем. Сейчас. Хорошо. Байбук. Сразу бот? Может быть. Кстати, есть фирчик, Андрюх, мы можем это... Давай. Не, так тебе может тяжело быть. Ух ты. А чё ты меня-то выбрал? Я понял, крит. Блять, это вин... Ой, как ударить охота? Брат, убегай, убегай, там луна еще сзади расфуфыренная бежит. Андрюх, я жив, но я бегу надолго. Надо было кидать. А я нет. Я бег... Да надо было убегать, я что-то это... Продолжил рофлить. На инвокере нужна практика, ребят. Нажимать кнопочки, считать кулдауны. Тяжело, тяжело. Чё я не юзал? Так, а у меня байбека нету. Из страшных новостей. Хотя я быстро появляюсь. Есть, Андрюх? Да, есть. Вон Рэй есть, да. Под но нам надо как-то это комбинировать. Потому что я даю ульт, и ты типа байбек и бомбом. Ладно, я сразу байбекнусь. Скомбинировали, считай. LC нельзя кидать, братан. Надо было торнадо кидать сюда. У нас еще по вижену залупа. Ну, блядь! Пиздец!
Так, это не Эмилинка нужна всю эту игру. Так, они по боту сейчас будут заходить на друг, надо будет дефить как-то аккуратно. Или что, идем сразу конфликтовать под тавер? Смотрите, они его бэкдорят. Я нажал. Что-то конфликт не идет. Да. Хотя. Сейчас будет цепануть. Смертные жуки, хорошая игра. Больше сейвов это Тейлана и ебаный. Нитри байбек нужно как-то ждать. Парни, да, вот это вот нельзя им дать. Давайте туда идем. Да, это конечная будет. Там еще плюс рефрешер. Вот это хуйло куда бежит. Это иллюзия. Я без кустиков пока что. Да опять меня ЛЦ... СВАП! Уебан! Блин, как тяжело убить. Куда ты, блядь, с подводной лодки? Хорошо, ладно. Ну хотя бы не на кудизи сейчас потратили дуэль на меня. Ну да, мы только из-за этого жарили. Крэзибойк, привет. Так, ЛЦ, бойбэк. Там, кстати, без бойбэка, по-моему, Слардер. Да, Слардер, по-моему, без бойбэка. Бля, сейчас мне накинешь? Купить. Андрюх, будет накид? Да, сейчас дам. Стрела, стрела, стрела! Блядь! Пец. Да, так, это ошибка. Диас без бойбека, да? Надо как-то аккуратно сейчас. Андрюх, просто выше. Да, блин, мы на самом деле... Макаку увидели. Не, он уезжает, нормально все. Чёрт. Там реген, Андрюх, на боте. Можешь подобрать, чтобы ману отрегенить. И позаёбывать их еще. Ну, я не хочу заёбывать их, потому что могу просто по щам получить и поддохнуть. Ну окей, сейчас будем как-то защищать базу. Они знают, что у куда свои выка нет и бегут. Они, по-моему, не хотят идти особо. Широчек, да? Андрюх, а нет, это обезьяне. У обезьяны проблемы. Не тут, Андрюх. Они запонял иду. Так, байбека нету пока что. Андрюх, подбрасываешь их, короче, я туда эфир сразу. Или кусты эфир. Потому что я могу не стоймить с торнадо. Там вард. Андрюх, вызови фражей. Или ты там подготовился уже? Не, я не подготовился ни к чему, к сожалению. У меня кулдауны. 20 секунд, ребят. Эру. Вроде нормально живете. Слардар. Да, что тут бежит? Подветренный. Я, мне кажется, не знаю, что у него вообще есть четвертый скилл. Ну, я просто ни разу не видел. О, Вивер. Короче, парни, есть мнение, что тут нужно делать... Чух-чух. Ты напасть решил? Я произвожу телепортацию. Сняли стан. Можем? Стоять, пиздючка.
Меня кинули тупо. О! Вот это свап! Ты просил как бы купить да, свап? Тут, держи, ебать! Да нет, он все-таки знает об этом скилле. Парни, я вам больше того скажу, куда... Экспандарена, я не знаю еще пока что. Надеюсь, получится. Че, Андрюх? Катаклизм — отличная тема, она вижен дает. Вот что я понял. Лунайку можно попробовать. На топе, да, можно. Передушить. Подо мной вивер. Петушара, блядь. Только не могу вам помочь. На террор кинуть. Не попал же. Так, а, он не затаймил, да, это? Он мог талантами забафать. Блядь, Тараску мне купить. О, господи. ЖБЛВ... БЛВИТ... Я не смогу прочитать твой никнейм, братан. Спасибо большое тебе за поддержку канала, но я не смогу твой никнейм прочитать, это очень сложно. Как он меня бьет? Я же нажал. Мертвый дуалянт. Так. Парня, нужно делать дикую грязь сейчас. Я с ТП-шкой. Я нихуя не понял, как он меня бьет, блять. Верочку. Короче, феи, блядь, надо сейчас выиграть все персонажи. ЛЦ, походу, без ББ. Андрюха, если у него такую вещь накидываешь, я очень. Понял тебя. Так, вообще Багдора нет. Че за рофл? Андрюх, смотришь?